Мировая серия экстремальных гонок, в которой спортсменам приходится задействовать все свои скрытые ресурсы, завершилась финалом при искусственном освещении на олимпийском трамплине в Сочи. В этом году сразу два этапа состоялись в России, впервые в истории вида спорта. Участники пробежали дистанцию в 400 метров, забравшись на трамплин под средним уклоном в 35 градусов. Правила простые: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. Три лучших участника каждого отборочного забега попадают в финал напрямую. Остальных добирают по лучшему времени. В забеге приняли участие 314 человек. Победителями мужского и женского зачетов, как и в мае, на этапе в Чайковском стали супруги Митяевы из Сочи.